1 сентября 2022 года всю интернет-рекламу нужно обязательно маркировать. С 1 сентября 2023 года вступили в силу штрафы от 10 до 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки и ее неправильное оформление. Реклама маркируется в ОРД, это оператор рекламных данных. И по каждому креативу, который вы регистрируете ежемесячно, предоставляется отчетность. Контроль осуществляется ФАС и Роскомнадзор. Информирование о своей деятельности, то могут быть курсы, консультации, товары или услуги, в соцсетях или на сайте не считается рекламой. Но если в своем блоге или на сайте рекламируются чужие услуги и товары, это является рекламой и необходима маркировка. Если какому-то товару уделяется особое внимание, описываются характеристики, выделяется превосходство над другими, это реклама. Если креатив публикуется в разных социальных сетях, то каждый креатив регистрируется отдельно и присваивается отдельный токен, он же ЕРИТ, код из букв и цифр. Не забывайте регистрировать рекламу и саморекламу, внимательно читайте закон и маркируйте.